Ребята, всем привет, с вами Александр, и у нас битва «Эволюционная борьба», и закончим вот этот турнирчик, где нужно сражаться травоядными. Давайте, наверное, даже с него начнем. Нам нужно двумя травоядными пробить вот этих троих хищничков. Ну, это надо взять вот так вот что-то, да, допустим, старый стегоцератопс и любимый вами Залмоксис почему-то. Постоянно на стримах просят: возьми Залмоксиса. Ну, давайте. Давайте сделаем это. Let's do it. А, трусливый зверопёс. Звероящер. Димитродон. Раз, два, он труп. Три, четыре, пять. Ну, это, думаю, обеспечит нам выживание от свирепых когтей спинозавра. Ставим лайк, кто любит спинозавра. Ну так, он даже решил выжить. Но это ненадолго. 6. На все 6. Молодчинка. Люблю таких отданных смелых противников. Один удар. Раз, два. Раз, два. Ну, два мы еще от Димитродона выдержим. Ну, такое, да, выдержим, конечно, но немного. Три уже точно не выдержим. Ну, и он от нас не выдержит больше одного. Бедолага, он просто офигел от такого травоядного. Хищник против фаворита. Вот такой вот у нас набор. И Алыча нам дали редкого. Как говорится, размялись, а теперь время похрустеть костями, да? Потому что будет тяжело. Ну, я так думаю. Итак, первого можно взять какого-то... Какого-то... Какого-то. Но если я возьму первую амфибию, то что? Будет ли он подменяться сразу же? Давайте мастодонзавра возьмем. И потом... Вообще, я просто думаю, стоит ли экспериментировать с травоядными сейчас. Так, типа вот как-то попытаться что, амфибиями пойти? Да я помню, не, мы так не затащим. Не затащим амфибиями. Ну, давайте рискнем. Да он сейчас подменится, он меня сейчас уничтожит. Как вы считаете? По-моему, мы так ничего вообще не добьемся. Тут надо брать три хищника и без выкрутасов. Да, он меня за один удар пробивает. Это же печалька. Это получается, мне одним горгозавром нужно пробивать двоих? Нет, нереально. Это он вообще подарок судьбы нам сделал. Представляете, нас не атаковал. Он нас за один удар может убить. Чё он ждет? Я не знаю. А мы насобирали 7 баллов. Молодчинка, на все 3. Иначе бы у нас вообще даже теоретических шансов не было на победу. 2600, ну слабо, надо было монстиготоп собрать. Ну хорошо, хоть за 4 пробиваю его. Блин, а сейчас что мне с пахигалозавром делать? Это же капец. Ну сейчас он атакует еще на 2, то это будет ужас. Нет, все-таки не на 2.
Этого-то я пробью. А, я не запомнил, какая сила удара. Раз, два. Ну, если будет даже 2000. Ну, два я должен выдерживать. У него удар вряд ли будет, больше двух будет. 1800, да, нормально. Нормально. И у него жизни маловато, отлично. Вообще супер. Распетляли. Хотя какая-то не очень надежная была у меня команда. Но очень даже легко, еще осталось пару баллов в запасе. Хух, выдохнули. Аргентинозавр. Ну так, вообще это легкая битва получается у нас. Допустим. Эрлифозавр. Эрлифозавр, потом кого бы взять? А где мой птерозавр? 30 уровня, не понял. Метриофодон занят, блин. Ну, можно взять и так, конечно же. И еще. Ну, вот так вот. В принципе, этот турнир не такой сложный. Здесь не настолько сильные существа, как нам попадаются обычно. Шесть тысяч сила удара. Диплотатор. Или диплозух, да? Кому что больше нравится. Два удара и хана. Один. Вот это он зря сделал. Наверное, зря. Так, сейчас меня пробьет Пахи. А у меня не будет достаточно баллов. Ему нужно бить на... На три. Раз, два, три. Да, на три. Ну, я не буду. Не буду атаковать, не буду тратить баллы. Я индораптором. Нужно передавать баллы максимально сильному существу. Блин, у него вскоре... Заболтался. У него был... Остался один балл или не остался? Ну, справимся. Аргентина слабо бьет. Покойник. Один сюда. Два максимум туда. Готово. Победа. Ну, 1700. Представляете, сила удара, да? Это с минусом. Ну, три мы выдержим. А он решил атаковать на 2. Это была его фатальная ошибка. Ну, как говорится, травоядный, без 20 тысяч жизни, это так. Легкая прогулка. Так, ну вообще легкотня. Легкотня, ребята. Ха-ха-ха. Ну у нас тут Юлий вкачан. Юлий, 6000. Ребята, 6 косарей клепает Юлий. Вот это да. Так, давайте... кто у меня тут по амфибийкам? Вот, тебя возьмем. Ну и хищники. Естественно, хищники. Так, ну давайте вот этими двумя попробуем. Три 500. Ну, давайте так. В принципе, у меня еще есть варианты. Можно было и пахи-голозавра взять. Что-то я давно не брал пахи-голозавра. Наверное, потому что постоянно приходится с ними самому сражаться. Потому как-то брать не очень хочется. Хотя они очень удобные. Ну, слабо. Ведь 2500,
Церазинозавр тот же бьет, и то больше. Потому как-то особо выкладываться на Гаргазухам не стоит. Думал, в защиту поставить или в атаку. Ну, давайте немножко облегчим себе задачу. Ему нужно бить на все три, и то... Опять же, смотри, оставил нас в живых. Ну, теперь уже я его буду пробивать, даже Гаргазухом. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, отлично. Кто, ребятки, вам больше нравится? Гаргазух или Капразух? Ну, чисто по внешнему виду. На максимальном уровне, естественно. Давай, цыпленочек. Цыпленочек, да, тоже 4 балла приходится бить. Только Индораптор за 3 его, наверное, может пробить. Юлий, ну что, Спинатораптор, Спинораптор, ё-моё. На 3 балла. Больно было, блин, 6000, вот эта тварь сильная, да? На 322 уровне. Но мы одержали легкую победу, и луна на заднем фоне была нашим свидетелем. Микро супер ДНК. А они ж монолофозавра убрали, как говорили, что уберут. Зачем нам гены раздавать вот эти? Во, вот здесь уже правильно, там какая-то лажа была. Мне кажется, они неправильно что-то там написали. Так, код 19. Отправляем Оуэна. Так вот, аллейка трофеев. Да, немножко пополнилась у нас. И так, хотел сюда заглянуть, посмотреть вот сюда. Еще неизвестно, да, какой у нас будет следующий набор. В общем-то, на этом тогда, ребятки, все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. А уже, кстати, видите, 202 из 203 уже на это место для нового гибрида на основе мегистотерия. Пока.